Эхем, ну что же, здорово сегодня. Я в новых наушниках, поэтому не знаю, как будет звук. Будет ли вообще так. Я уже убил твою рыбу без конца. Кормящуюся. Так, что мне надо? Мне надо усатику. Я же усы взял, значит, надо усы отдать. Ус взял, ус отдал. Что-то я какой-то... Как оно хоть там? Время духа. Сокрытие дистанции с помощью. Нанеся удар, подпрыгивайте. Оттолкнувшись от противника. Удерживайте. До атаки. Ваша дистанция. Прыжок происходит с временем духа. То есть он просто подлетает. Бьет. И улетает. Ничего гениального. То есть пока, значит, ее можно убрать на. Так. Неси. Господи. Неси. Нищий? Боже. Забирайся, Беларусь. Какой-то проклятие Ктулху. Вы... Сука! Зачем мне твоя божественная трава? Мудак ты! Грёбаный мудак! Ну, блядь, всю траву можешь себе в очко еще засунуть. Мудак какой. Yeah.
Итак, теперь же, что у меня там есть и куда мне это? Так, там есть. То есть я мог еще карпа покормить, да? А ладно, на втором прохождении буду. Я просто. Так. Еще у меня есть сакета, посмотри, дощечка. Их надо бухнуть, и у торговцев мне проще. Ну, короче, блин, я еще много чего не знаю, много чего не выполнил. Ой, сколько у меня этих? Ой, пойду я себе руку сделаю. Сначала я сейчас до бабки сгоняю. Где там эта бабка? Бабка-пердатка. Что? Она такая, ой, ты молодец. Ты спас молодца. Такая беззубая начала мне минеты делать. Типа как-то. Я сейчас как выскочу, так ебан. За вас мало дают. За тех чибисов по штуке целый дают. Так. Бабушка исчезла. Где же бабушка? Так, дворец, ну-ка сюда. Бабушка. Как-то кофе. Он все время убивает, а потом спать ложится. Бабка, блядь. Ладно, может, к месту кормежки. За это не дают ни ачивок, ничего, ну просто, блин, мне интересно. О, вот она, ты посмотри. Отскаре сама дешта, то сама. 永遠などなくとも私も姉様もずっと一緒ですよだから休みましょう父様печально. Блин, потрясающая игра, мне нравится. Женщина хоть и старая, но она забиралась в такие места, она помогала. Ну там вон как она... Она доплыла до туда, блядь. Ну, ты, сука, сидишь, не можешь доплыть, она. Ладно. Разрушенный храм. О, я не знаю, где этот резчик, куда он уебал. Ничего с ним не так. Ну чё, он постоянно пустой. Когда же он, блядь, пополнится? А что еще интересно? Да на. Ну-ка. А, Бусси но джи-сан нара. Фура, табу. Оре ни... А как мне показать тебе, что
Настолько охуенен, что мне стыдно. Джана, данна. Ладно, самому, блядь, да, делать? Так, чё тут? 1500, да, значит. Вот как раз веер, не... Ой, веер, щит, да. Зонт. Мне нужно дать зонт. Защищаться от огненных атак. Монетами, это что за бред, ага, буду еще монетами, раз так просто, так, черт. Так. Что мне там по баблу? Легкий, так вот, 1000. Большое. Три тысячи. Окей. Улучшаем протезы. Протезы. Веер. Есть. Зонт еще. Зонт есть. Вот эти улучшим. Вау, вау, вау. Ага, нет, там одной мне не хватает, да? Так, раз, два. То есть еще я могу. Сколько? 1000. Две. Три, да? Давай. Ну, что? Давай веер сделаем. Сделали. И давай. Ты посмотри, да? Угу. Как интересно. Ладно, и давай вот это. Осталось у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть улучшений осталось. В принципе, не за 2000, мне там сколько? Мне там сколько осталось? Давай, короче, сейчас все сразу потрачу, хули мне вот это вот, да, выебываться. Только 1000 у меня получилось. 1000. Так.
Теперь же мне куда? Я знаю, что здесь вот есть. Так, у меня типа два пути, да? Я пошел, значит. Хо-х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 о
Там еще этот. А знаешь что? А давай я попробую завалить одного из этих. Как их там? Менов, короче, из этих одних. Так, быстрое добивание работает, и столько у меня меч в конфетях, да? Какого у меня этих там конфетей? Раз. Прыгай, мразь. Ты должен там... Так. Конфетя. Конфетя так быстро исчезает вообще. Мне не нравится. Thank you.
Да блядь, да нихуя. Конфетти, да, значит, нужны. Это мой первый этот. Старое кольцо, судя по размеру, наверное, пальцы. Зимородок. Сто кольцо зазвучит красивой печаль мелодия. Возможно, ей печали хватит, чтобы временно посмотреть голос кольца. Ага. Как интересно. Я уже его находил 300 раз. Штука. Ты смотри, бусины не дали, да? Так. Тут я все подкрывал. Здесь вот есть безголовый. То есть можно его щупать и попробовать. Ебануть. Получится ли у меня? Так, а где еще идет это? Шинхрам, смерти. Так, тут, в принципе, у меня еще две локации, да, есть, которых я не был повторно. Я смогу туда пробраться. Там, блядь, они башат только так. У них там какая-то закрытая пати, вечеринка вообще. Пати, да хати. Ой, сиди на хате. Пати повесиду на хате. А хотя пусть я пока не иду к этому окну, может я потом подумаю и пойду валить оставшихся этих уебанов. Так, монеток у меня мало. Жанна! Что это ж, сука? 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 Чё? Так, вот теперь там сейчас начнём с них. Как они там... веселятся? Yeah!
Подожди. Хорошо. Это могут хоть в жопу ебаться, мне все равно. О, какой-то главнюк. Да? Готов ли я к нему? По-любому вот двойное имя вот это вот надо. Охуеть. Минус 5 штук. Тварь. Да ёбаный ты в рот! Блядь. Да я не вижу нихуя! Сука! Так тупо, так тупо, тупо так. Помощь. Спасибо, невидимая помощь.
Да иди ты нахуй. Да блять! Ебать! Чё за хуйня она? Да ебать, да ебать, блядь, че за, сука, не люблю в этих помещениях вообще, прям разъеб, сука. Вот этих, блядь, он такой нахуй как бы заткнулся сразу. А тут это бегай с ним, дерись. Непонятно вообще зачем.
Странно это все. Так, здесь есть какой-то хер, но он прям вообще мощный. Я прям не знаю, как мне его побеждать. Прям одним ударом сразу вырубает. Пойду я, наверное, огненного побью. Потому что это уже второй такой ублюдок, который меня быстро так убивает. Тот жердяй, который огнем здесь вот пуляет. Это, в принципе, я уже двух еще нашел, да? Или же я могу пойти и поубивать этих призраков, призраки. И то я ж не до всех сейчас доберусь. Да? Бинасина. Может, глубинасина? Где там есть в пещерах? Один стоит. Я убил двух безголовых под водой. Это вот эти болота, да? Понятно, нет, не тот путь. А что если это... Я, блядь, не помню уже ни черта. Где их, может, бегают туда-сюда? По этим всем локациям. Мне уже кажется, что разницы нет никакой. Босс?
что ты, блядь? Сразу убивает. Какой-то обычный уёбок. Сразу пробивает. Нихуя. Я вообще нихуя сделать не могу. Ёбаный ты. Так, а что если мне этим надо пользоваться? Да блять, ты заебал! Так тупо, так пиздос какой-то. Вообще прям... Как их убивать? Нет, это пиздец. Мне, короче, надо идти убивать огненного. Может, они из-за него такие все охуевшие рожи? Потому что, блядь, у меня просто нет объяснений, что вообще происходит. Почему, блядь, одного удара стали выносить? Это же какой-то враг. Все, у кого красные глаза, это пиздос какой-то.